Надо посмотреть. Я его там видел, и он там был, Вов. Да давай не будем, а туда зови полицию. А я тебя аккуратно обойду. Не бойся, мы тебя не больно зарежем. В смысле? Вот они, и вон Костя. Ты чё, блин? Они чё, слились в одну точку, да? А я, чтобы им не мешаться, как бы немножко выше поднимусь. Там есть протока такая хитрая, с хорошей ямой. Сейчас покидаю, посмотрю, если ничего не будет, ниже тоже спущусь к ним. Ты меня снимаешь? Кидай, кидай. Пошли чуть выше. Немножко выше, да.
что, друзья, у нас уже вечер. Пробиваем опять старые точки, где видели рыбу по эхолоту. Будет, не будет, не знаю. Сейчас время покажет. Здесь вот Костя поймал, которого упустил, жерешка. Здесь табунок хороший прям стоял. Причем стоял, не двигался вообще. Ну, сейчас пришли, посмотрим, что будет. С разными приманками будем пробивать, пробовать. Будет, будет, значит, покажем. Если не будет, значит, тоже покажем, что не будет. Так что смотрите, вон ребята подтягиваются. Взял он вообще на такую, на ленивую проводку. Блин, у Вовки брызги идут, капец. Я смотрю, здесь все подтянулись, да, сюда? Кто-то еще едет? Это кто, Костя или кто это? А? Вадим и Костя. Нет, Вадим. Который твой, и Вадим, который с нами. Нет, Вадим. Да, это кто? Костя, Костя, да? Да? Он не мой. Мой Костя. Не, он не мой. Он, Костя. Не, он не разговаривает. Она моя, твоя, не понимаю. Здесь без разницы. Сейчас на газу заходи. На газу заходи. Не бойся, газуй! Очкует! Очкует! Рыба где? Там! Кидай давай! Там! Рыба где? Посмотри здесь, на эхолот посмотри! Здесь. На эхолоте посмотри, говорю! Кость! Да я говорю, на эхолоте посмотри, что кажет! Где? А? Вот так. Че в верхней части? Вот опять вверху стоит? Вверху опять? А не показывай, на какую рыбу приехал? Ну она вверху и была тут раз. Там тоже пацаны молчат, да? Не, я только что сюда пришел, я еще не знаю, что тут ловится, не ловится. У тебя есть этот тейл спиннер маленький? У меня райтлин есть. У меня райтлин тоже есть. А вот с хвостом, который крутится, он поставь его. Он поставил первый за, ни хрена, вот он первый заброс и на него поймал же. А у меня на той стороне был. Чисто со дна взял его. Вот они тоже вот это тонущие, ни хрена. Где удочка? А? Удочка классная, у меня видишь какая маленькая, легкая и бросает хорошо. Больше ничего не надо. Больше ничего. А, рыба вышла. Красная рыба, да. Это ж Костина, у меня такие же есть, красноголовики есть. О, Вась, у тебя такие брызги идут, блин, потому что лодка хуевая. Блять, давай мотор сейчас сюда повесим. Прокатишься. Вон с Анькой. Вот ты охуеешь и сразу захочешь, скажешь, блять, я эту не хочу, я вот эту хочу. Хуяли, ты чё, блядь, иди встань. А хуй ты сидишь всегда. Да потому что сидя удобней. Ты чё? Да.
Это вот ты интернета начитался, то, что там, блядь, устойчивость и все такое, бля, нет. Вот это на первом положении, по вот этой, которая железяка торчит, первое положение. Вот сейчас моторы, я говорю, мотор вот сюда поставь, оно у тебя 42, блядь, 45 пойдет, вот, вот на этой лодке. На этой, да. А на этой брызги идут, блядь, 42. И не он не это. Ну ты придешь к этому еще. Видел, на пятерке тебя обгонял. Костян, ты что поставил? А, спиннерок? Вон, видишь, вот такой вот, это, Вов. Вот на такой вот спиннерок он поймал. А. Ну, я знаю, что ты ебанутый. Есть нихуя. Во. Вот его и вот поставь. Че? Да, нихуя не было. Когда ты кидал? Сегодня. Здесь? Да. Ты че, домой? Да куда хочешь, хочешь туда, хочешь сюда. А? Да. Ань, смотри, чтоб за капюшон тебя не зацепил. Че, Костя там остался, да? А? Чё? Ты спиннера поставил? У тебя зацеп, скорее всего, был. Ну вытащи, посмотри на крючке, трава есть, нет? Скорее всего, зацепил. Чистый? С дыркой в губе, да? Чё ты сидишь, лови давай. Ну правильно. Бля, я тебе сейчас мотор сломаю. Чтоб ты опять его заводил 3 часа. Чё?